Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! У разных народов шакалы являются персонажами народных сказок, и почти везде они выступают как отрицательные герои. Принято считать, что шакал – трусливое животное. Но, скорее всего, он просто осторожен. Но почему у людей такое негативное отношение к этому животному? Да, Алексей, возможно, людям не нравится шакалий вой. Зверь так отчаянно тявкает и плачет голосом, который похож на человеческий. По этому поводу существует разных легенд много про шакалов. Вот, в частности, говорят, что к человеку пришли два шакала, одного он приласкал, и этот стал собакой, а второго почему-то он взял и прогнал. И тот с тех пор не может простить этого и ходит вокруг наших жилищ по ночам и плачет, и тявкает, чтобы нам сердце разорвать. А вот о положительных качествах шакалов, наверное, слышали немногие. Например, индийский золотой шакал – очень верный супруг и отец. Выбирает себе пару на всю оставшуюся жизнь, роет для своей семьи нору и помогает супруге кормить и воспитывать потомство. И вообще для шакалов, например, не существует понятия предательства. Это вообще по-настоящему золотой муж и отец. Но золотым его назвали все-таки за его желто-рыжий окрас. И сегодня в нашей программе. Любить природу и вырасти хорошим человеком. Чем же так популярно движение юных эколят в Ростове-на-Дону? Во время визита съемочной группы к ростовским эколятам Руслан пообещал приехать на программу вместе со своей любимицей Лисой. Слово сдержал. Человек-журавль раскрыл секреты целого журавлиного города. В программе «Давнее путешествие в Америку» Николая Дроздова. Алексей, ведь ты же этим летом побывал в Ростовской области и много поездил там. Наверное, были интересные встречи. Да, Николай Николаевич, мне интересно, как там организована работа юных эколят. Как правило, экологические движения направлены на сохранение природы. Но в Ростове к этому вопросу подошли гораздо шире. Инициаторы движения считают, что нужно вообще формировать у детей экологическое мышление и культуру. Да, это, конечно, непростая задача. И нужно ведь здесь и формировать привычки, и вырабатывать доброжелательность, а также уважение друг к другу. Это долгий, длительный процесс. Я подготовил сюжет об этом движении юных экологов. Давайте его посмотрим. Встречаться с людьми, которые природу охраняют, не в кабинетах надо. Лучше под открытым ростовским небом. Приятно сидеть на теплой, согретой солнцем земле. Разговор получается откровеннее и доверительнее. Привет, Алексей, мы с тобой старые знакомые. Однако. Я рад видеть тебя сегодня на наших здесь донских степях. Вот видишь, какая красота, летнее время. Мы находимся на одном из наших участков, Старозолотовске. Напомню, что ассоциация «Живая природа степи» занимается в частности восстановлением разных видов животных. И тех, которые когда-то здесь обитали, и чей ареал находился за многие тысячи километров. Постепенно приживаются и редкие виды, оказавшиеся на грани исчезновения. И сайгаки мы видим, лошадь Бржевальского, и олени там Давида, ну и разные другие особи. Ассоциация «Живая природа степи» была создана в 2003 году по инициативе общественного деятеля Али Мусаевича Узденова. А учредителями стали крупные научные организации. Постепенно это сообщество обрастало единомышленниками. Каждый внес свой посильный вклад. Но вся эта работа не имеет смысла, если ее не продолжит будущее поколение. В этом году сделали экспериментальный эко-лагерь для наших малышей. Для наших малышей, но это начиная там от годика и до выпускников уже школ. И они с удовольствием приобщаются к природе. Вот, ну, ты видел, они и чистят и клеточки, и ухаживают, и кормят, все остальное. Ну, делают на благо животным и на благо себе. И так познают мир. Я думаю, что это правильно, когда взрослые наши передают опыт и знания свои вот эти в этом направлении. Еще в 2015 году Ростовская область одна из первых поддержала общегосударственную акцию «Эколята – молодые защитники природы». Тогда же Донской регион стал победителем Всероссийского экологического фестиваля «Экодетство». Детки разных там школ, разных областей с наших краев приезжают знакомиться с природой Донского края. Это бывает и Нижний, и Верхний Дон. Буквально вот весной было
где-то собралось 15 тысяч детей. Вот 15 тысяч, и они приехали не только с Ростовской области, а почти что со всей нашей матушки России, даже с Камчатки были. Движение «Эколят» набирает популярность. За достижения в области экологического просвещения Ростовская область была занесена в Книгу рекордов России. Но само движение юных защитников природы Василий Иванович считает давно не новым. Это старое забытое прошлое, это может быть та же пионерия, эко-классы. Нужно просто больше уделять внимание деткам, и тогда будут организованы такие организации. Но я знаю, что Воронеж поддержал это наше движение. В Москве начинает создаваться. Но я думаю, что по всей стране в ближайшее время эко-движение детей будет идти на большом всероссийском уровне. В ассоциации охотно делятся своим опытом. Привлекательно не только проведение праздников и фестивалей. Есть и будни. Они проходят на экспериментальных площадках. Ребята сами ухаживают за животными, учатся их понимать. Мы решили вот эту территорию назвать детской экотерриторией. Ну, я думаю, что здесь будет комфортно и детям, и взрослым, и нашим всем животным. Это наша все хорошая родина. Она называется Россия. Экология близко соприкасается с творчеством. Рисовать природу нельзя, не увидев ее красоту. В начале года объявили конкурс на лучший рисунок детский. В конце сентября мы будем подводить итоги. Самые лучшие будут изданы, у нас будет специально фотоальбом сделать, и награждены детки ценными подарками. Кстати, у ростовских эколят появились новые друзья. Сказочные защитники природы. Они родились в лесу, знают про него все или почти все. Это Шалун, Умница, Тихоня и Елочка. Давайте бережно относиться к нашему другу природе. Пусть наш лесной дом будет чистым. Лично мне и моим друзьям приятно гулять по чистому, свежему лесу, собирать вкусные ягоды и грибы, слушать разноголосое пение птиц, вдыхать ароматы цветов и трав. А вам? Ассоциации «Живая природа степи» удалось наладить широкую просветительскую работу. А главное – восстановить естественный травостой степи и богатый животный мир. Все это делается силами коллектива. И это уже не сказочные герои, а обычные люди. Главное – это природа и любовь к природе. И мы стараемся передать эту любовь большинству наших соотечественников, нашим гражданам, прежде всего, это нашему подрастающему поколению. Ведь смотри, Алексей, Василий Иванович вот прав. Он говорит, что все новое – это хорошо забытый старый. Ну, тебе трудно вспомнить, это я это хорошо помню, потому что я еще рос в советской стране. Я помню, как вот было важнейшим делом воспитания детей именно научить их понимать, что хорошо и что плохо делает человек в отношении природы, где добро, где зло. Да и вообще даже, как Маяковский говорил, кроха сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. А дальше, дети, почитайте это стихотворение, там все сказано. Ребята помогают ухаживать за животными в питомниках, ходят в походы в степь. Ведь это очень интересно, когда знания получаешь не только на занятиях, а именно в таких практических видах деятельности. Дорогие друзья, у нас в гостях юный натуралист, который посещал этим летом ростовский заповедник и питомник. Алексей тоже там был, да? Да, был. Вот. И не раз. Да. Зовут его Руслан, да, Узденов. Привет, Руслан. И сейчас он поступил в первый класс. Да, так что поздравляю. Начал учиться, всерьез учиться. Руслан, я видел, как ты ухаживаешь за разными животными в питомнике. Трудно тебе? Ну, не очень. Во-первых, я кормлю косуль, потом я кормлю свою собаку. А собака какой породы у тебя? Охотничья? Вельш-корги. Корги. Пастушья собака гоняет овец. Они загоняли в стадо овец. Они их кусали за ноги, и они шли в стадо. Лиска. А вот и моя лиса пришла. Да, красавица лиса. Лиса от слова лиса, да. Мы сейчас будем его кормить. Давай. О, вот. Вкусное печенье. Прямо с рук берет. Она очень любит лизаться и очень любит играть в футбол. Еще все время попрощайничает еду. Ну, это уж обычно. И очень всегда просит гладить ее. О, это правильно.
И теперь моя лиса уходит. Ну, пусть погуляет. Давай. Пусть пройдется. Она вообще у нас не любит так в снегу. Ну, в снегу она, конечно, бегает, но купаться не любит. Но один раз у нас на даче она сама заходила в воду и плыла. Когда мы вот купались, она думала, что мы тонем, и плыла прям к нам сама. Помочь вам. Своим хозяевам, да. Руслан, я слышал, что ты помогал выпускать в дикую природу фазанов. Как это было? Чем ты помогал? Мы сначала их выращивали, ждали, пока они вырастут. Они, когда уже начнут летать по клетке, мы понимаем, что их нужно выпустить. Мы едем в поле и выпускаем их на волю. Ну да, вот это называется «встали на крыло» такое выражение. То есть, когда могут летать, встали на крыло, могут летать. Это торжественный момент, конечно, я представляю, как приятно видеть выращенные тобой птицы, полетели на свободу. У тебя большое общение с природой, особенно летом, да? Если ты увидел муравейник в лесу, вот у некоторых желание его поковырять, покопаться в нем, посмотреть, как он внутри. Надо это делать? Нет, потому что они долго очень строят свои муравейники. Каждую комнатку они санитары леса. Сколько мы видим бабочек, жуков летают по кустам, по цветам. Их же легко вообще-то ловить даже руками, а то тельмой или сачком. А вот как ты думаешь, надо ли ловить этих? Нет, вдруг они летят к своим ребенкам, или вдруг это их ребенок летит, например, к маме с папой. Они где должны жить? Дома. Да, в своей. А дом их природа, правда, окружающая. Надо их оставить в своем доме, правильно. Как ты думаешь, Руслан, если ты в лесу или кто-то из твоих друзей вот увидели птенца, лежащего на земле, маленького зверька, такого детеныша. Многие почему-то берут их и тащат их домой. А что надо на самом деле сделать? Нужно подождать, пока вернется его мама, и не тащить их домой, потому что вы не знаете, чем их кормить и как их выгуливать, чтобы они вырастали. Конечно, мы не знаем, кто это, кто родители. Или они умрут, если вы не будете их кормить. Да, или чем-то неправильно. Или да. А вот ты знаешь, еще все-таки лучше даже не дожидаться мамы. Мы знаем, что она где-то прячется. Надо тихонько-тихонько отойти, а иначе, пока ты около него стоишь, она не появится. Она боится. Она тебя видит откуда-то из-за куста, думает, когда же этот мальчик уйдет или дядя там. Вот он ушел, она вернется и покормит. Так что, в принципе, правильно. Не трогать этих зверенышей. Николай Николаевич, можно в одном вольере держать разных животных? Ну, это очень большой вопрос. Каких разных? То есть, если это разные животные, например, в одного вида, например, самец, самка, молодежь, и то не всегда можно всех держать. То есть, даже внутри одного вида надо самцов отводить. Потом у копытных некоторых можно разные виды, которые такие, они все доброжелательные, им лишь бы корм был. Можно держать нескольких. А вот взрослые, которые еще тем более хотят одни находить там семью себе делать, другие участок защищают уже. А вот молодежь можно разных. Руслан, а кто такие байбаки? Байбаки – это сурки, которые все время что-то едят или копают себе норы. А когда вылезают из норы, как встают? Вот так. Вот так, правильно. Похоже. Как будто просят поесть. Ага, точно. А если они понимают, что они находятся в опасности, что они делают? Они скорее прячутся в свои норы. Прежде чем прятаться, они громко свистят. Чтобы как милиционер, что-то опасность, да? Да, вот так. Но у тебя так не получится. Надо громко. Как ты считаешь, чем люди могут помочь природе? Когда люди кидают в лесах, например, банки, люди могут их собирать. Угу. Плохие люди кидают, да, хорошие собирают, да? Нужно помогать в воде, потому что если в воду прыснуть какие-то плохие расходы, она загрязняется. Когда, например,
в птицу охотник выстрелил рядом с тобой, и ты можешь ее подобрать и вылечить, а потом ее отпустить. Вот ты уже знаешь, что это надо с этим бороться. Воду надо очищать, и воздух надо очищать, и землю надо очищать. Руслан, я вспоминаю, как мы вместе с тобой гоняли голубей. Я думаю, что это твое тоже любимое занятие. Когда приезжает папа, мы очень с ним любим гонять голубей и их часто выпускаем. Руслан, ты знаешь, кто такие вертуны? Это голуби, которые на длинных полетах крутятся. Красиво такое. Да, вертится. Такой танец в воздухе, да. Руслан, у тебя удивительные черепахи. Как они у тебя там поживают? Хорошо, я их прихожу иногда кормлю. Следишь за ними? Слежу, как, что они делают. А что едят твои черепахи? Да. Они едят либо рыбу, либо хлеб. Руслан, у тебя большая команда помощников? Помогает тебе кто-то? Да. Или ты один? У меня есть ребята, которые мне помогают кормить животных и за ними ухаживать. Угу. Это мои друзья. Ну и, конечно, их можно назвать как раз эколятами. Да. Есть такой термин – эколята. Угу. То есть есть школята, которые просто в школе учатся, а есть эколята, которые что делают? Кормят животных. Вообще охраняют природу. Да. Руслан, я думаю, теперь ты будешь нам присылать в программу самые интересные моменты из жизни своих подопечных и станешь нашим специальным корреспондентом. Спасибо большое за приглашение, очень рад был с вами познакомиться. Да, приходи к нам обязательно еще, будем тебя всегда ждать. И прежде всего, отличной учебы в школе. Это тоже. Спортивных успехов. Спасибо. Да, и новых ярких впечатлений. Спасибо. Семейство журавлей – одно из самых древних на Земле. Возраст этих птиц около 60 миллионов лет, и они обитали на Земле уже в период окончания эры динозавров. Да, но сейчас существует на свете 15 видов журавлей. Mm-hmm. Они, конечно, живут в разных частях света, но мне однажды во время путешествия по Америке удалось увидеть сразу все 15 видов в одном питомнике. Это знаменитый питомник, где содержатся все 15 видов мировой фауны журавлей. Давайте посмотрим. Наш постоянный гид, известный американский натуралист Маршал Кейс, ознакомил нас с работой Международного центра по охране и разведению журавлей. Этот центр был основан 25 лет назад на маленькой ферме близ городка Барабу в штате Висконсин. У истоков этого центра стоял доктор Джордж Арчибальд, ныне директор центра. Этот удивительный человек известен всему миру как человек-журавль. Он посвятил всю свою жизнь изучению и охране журавлей. Он знает их повадки, голоса, имитирует их поведение, разговаривает с ними. Сейчас журавлиный центр – это 100 гектаров земли, занятых просторными вольерами, где содержится около 130 журавлей, все 15 видов мировой фауны. В каждой вольере специально подобранная пара, и полученное от них потомство расселяется в те места, где нужно восстанавливать численность редких видов журавлей. Основная работа в Международном центре журавлей ведется с наиболее редкими видами, находящимися под угрозой исчезновения, такими как американский белый журавль, японский журавль, черный или монах, и, конечно, наш знаменитый сибирский белый журавль или стерх. Ученые надеются, что птенцы стерхов, воспитанные серыми журавлями, вернутся после зимовки в эти места, и таким образом удастся расширить ареал стерхов до его прежних размеров. На этом наша передача завершена. Пока. Всего вам доброго, дорогие друзья. Будьте здоровы и счастливы.